Городские службы благоустройства наращивают темпы аварийно-ямочного ремонта дорог. 11 бригад трудятся по всему городу. Сегодня работы велись в районе проспекта Кирова, от улицы Старозагоры до Московского шоссе. Эта развязка считается одной из важнейших транспортных артерий Самары. Идет разборка асфальтобетонного покрытия компрессором. Вот. Также после нее проводится очистка основания от грязи щеткой МТЗ. Вот там тоже вы видите, она работает. Сейчас вот ждем кохер, будем заливать литым асфальтобетоном. Ну, где-то уйдет 2 дня на ремонт участка по Кирова от Старозагоры до Московского шоссе. В работах задействовано 5 установок по работе с горячим асфальтобетоном. Ну, большую часть работы именно с бетоном у нас проводится в ночное время, в дневное время идет подготовка. Это площади Кирова в сторону Старозагоры по полосе. По этой работе уже сделаны, по противоположной полосе подготовлены карты, то есть в ближайшие дни там зальют литым асфальтом. Запланированной до конца марта площадью в 11 200 квадратных метров подрядчики справились более чем наполовину. По состоянию на сегодняшний день отремонтировано 5 700 квадратных метров покрытия, на которых ранее были ямы и выбоины. Начиная с апреля дорожно-ремонтные бригады приступят к работам по новому контракту. Конечно, лучше. Весенние погоды, ямы большие. Для водителей очень трудно кататься по таким дорогам. Отлично, что ямы делают, и замечательно, что это делается вовремя. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, поскольку при частой смене погоды могут появляться новые разрушения проезжей части. Напомним, по стандартам все дорожные ямы глубиной от 5 сантиметров подлежат ремонту. Кроме проспекта Кирова, на этой неделе аварийно-ямочный ремонт предусмотрен на улице Куйбышева, на участке от улицы Венцика в сторону Льва Толстого, а также на улице Белорусская и в Ташкентском переулке. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.